Известная певица Анжелика Агурбаш оказалась в центре скандала. В суд на звезду подал ее супруг. Предприниматель Николай Агурбаш уверяет, что вот уже несколько недель артистка не дает ему видеться с их 9-летним сыном. Как признался Коммерсант, он даже не знает, где сейчас находится ребенок. Они спрятали ребенка. С какой целью? От кого они от отца спрятали? Естественно, все вот эти манипуляции, которые она делает вот, ну, со мной, естественно, от этого страдает сын. Я же это понимаю. Я ей написал письмо, что мы оба родители, 50% времени он должен проводиться со мной, 50% с ней. Как выяснилось, поводом для окончательного разлада между бывшими супругами стали разногласия в выборе школы для сына. Муж певицы оказался недоволен тем, что ребенок посещает учебное заведение, где все предметы преподают на английском.